Мне кажется, что граница между киберспортом и оригинальным спортом стирается все сильнее и сильнее. То есть с учетом того, что аудитория киберспорта постоянно растет, появляются и профессионалы в этой индустрии, появляются действительно важные кадры также в этой индустрии по всему миру. То есть когда главы каких-то спортивных каналов, они начинают заниматься проведением киберспортивных лиг. Люди, которые были главами каких-то серьезных больших компаний по разработке, начинают заниматься только киберспортивным направлением. Это сигнал того, что, может быть, и не требуется никакого признания со стороны государства. То есть сам по себе рынок сделает так, что с ним будут считаться и его будут учитывать. То есть если там за прошлый год киберспортивный рынок там оценивался в 730 миллионов долларов, то уже там, будущий год более 2 миллиардов. Вся эта тенденция, она, ну, действительно, в какой-то момент государство обратит на это внимание, в зависимости от величины государства, от их в целом открытости и политики ведению общения и разговора с молодежью. Вполне может быть, что это там сперва попадет под крыло к каким-то молодежным организациям, но в целом это не ровен час, когда будет и создана какая-то отдельная структура в рамках там государственных органов, может быть, появятся какие-то институты дополнительно. Ну, здесь я считаю, что рынок просто продиктует свое, потому что уже сейчас всем понятно, что очень большая аудитория зрителей, игроков по всему миру смотрит киберспорт, следит за киберспортом, а не за бегом, там, за, не знаю, биатлоном, хоккеем, футболом. Конечно же, мы и должны ориентироваться на все то, что уже создано, то есть уже то, что уже сделано, при этом смотреть на те технологии, которые могут быть уникальными для нас. То есть зачем нам изобретать велосипед, и если понятно, что там, проведение мероприятий на стадионах – это там наилучший формат уже, который отработан годами там, или сотнями даже лет. Ну, не сотнями лет, но десятками лет. Поэтому мы стараемся как раз-таки брать все лучшее из спортивной индустрии, брать самое лучшее из технологической сферы и, конечно, наилучшие какие-то примеры из видео, там, из звуковой сферы. То есть все вместе — это как раз-таки комбинация того, что и делает киберспорт вот таким интересным, захватывающим. Когда ты, с одной стороны, видишь действительно серьезное противостояние между командами, между игроками, то есть весь этот дух спорта присутствует, сохраняется обязательно и фэрплей всегда. И добавляются те технологии, которые для спорта там еще 10 лет назад были невозможны. То есть в этом плане уже технологичность киберспорта, она дает понимание того, что киберспорт все-таки ближе к будущему, чем спорт. То есть для того, чтобы наблюдать от там первого лица игрока в футболе еще пройдут, ну, лет 5, может, 10 пройдет, когда камеры станут совсем маленькие, когда это не будет мешать игроку. При этом сейчас в киберспорте это уже возможно. Ты берешь и смотришь, как действует игрок, как он думает, какие у него были действия, там, супер, там, микрореактивные какие-то действия. Все это как бы ставит нас в очень такой хорошей, интересной позиции. При этом я абсолютно за то, чтобы и спорт он продолжал развиваться, он продолжал развиваться и в технологическом плане. Просто со временем граница между киберспортом и спортом, она действительно сотрется. Ну, интересный достаточно вопрос. Это наталкивает меня на мысль того, что а давайте посмотрим, как изменялась трудовая сфера вот, с появлением технологий. То есть на большом количестве заводов ручной труд уже заменен работой роботов.
И получается, что физических каких-то действий от людей все требуется меньше и меньше. И гораздо более важным моментом, является интеллектуальная составляющая. И здесь киберспорт уже получается впереди, то есть где ставится и интеллектуальная, и психологическая подготовка и знание предмета гораздо выше, чем текущие физические кондиции. Безусловно, общие физические кондиции, общее физическое состояние, оно будет зачастую определяющим на супервысоком уровне для всех игроков. То есть кто как может переносить нагрузку, когда ты там в течение 9 часов в день, там, последние 5 дней ты находился на сцене, там, софиты, тебе приходилось играть, испытывать стресс постоянно, при этом ты не должен был потерять ни в скорости, ни в реакции, ни в своих интеллектуальных способностях. Отвечая на вопрос, мне кажется, что спортсмены, они не начнут переходить в другие виды спорта или в киберспорт, как они, ну, то есть они сейчас этим не занимаются, не будут этим заниматься. Просто портрет будущего спортсмена, он уже будет другой. То есть уже на начальных этапах, при там, становлении характера людей и прочее, они будут уже, ну, примерно смотреть, что мне больше нравится все-таки киберспорт. Кто-то и в будущем будет продолжать интересоваться оригинальным спортом, но мне кажется, что интерес со стороны вот, игроков-спортсменов, он чуть-чуть будет падать, потому что большую долю будет как раз-таки забирать киберспорт. Для примера, я нечто похожее видел с боксом, когда у большого количества спортсменов, которые первоначально начинали с бокса, спрашивали, почему вы перешли в американский футбол. А попросту оказалось то, что игроков в американский футбол на поле одновременно 22 человека играет, плюс в команде порядка 60 человек, там команда защиты, атаки, спецкоманды. И люди могут найти свое применение гораздо проще. При этом в боксе, если ты не топ-3, то тебя никто не знает. И ты никому не нужен, ты никому не известен. И, то есть, вот на таких простых достаточно примерах как раз-таки можно посмотреть потенциальное развитие. Я не говорю, что так действительно там, на 100% будет, но мне видится, что спортсмены не будут переходить в другие виды спорта, в том числе и в киберспорт, но киберспорт будет становиться все популярнее и популярнее и будет становиться как раз-таки моментом выбора среди большого количества молодежи, ну а в будущем и взрослых людей. По поводу вложений спортсменов в киберспорт. Здесь все-таки надо понимать, что прежде всего этот человек не спортсмен, а прежде всего он инвестор в данном случае. Могу сказать, что есть действительно большое количество и меценатов, и инвесторов, которые желают попробовать эту новую почву. Совсем недавно вы, возможно, слышали и про Алишера Усманова, который инвестировал через свой холдинг в Virtus.pro, ну, точнее, в новую организацию ESForce. Аналогичная ситуация с танками, только чуть-чуть, ну, другие каналы получаются. То есть сейчас вы можете видеть у нас и есть 4 партнера. Это и PayPal, Razer, Intel и SanDisk. Да. То есть это как раз-таки есть их инвестирование в продвижение своих брендов. То есть пока главным инвестором в саму лигу являемся мы, Wargaming. Но при этом кто стоит за командами, кто стоит за какими-то организациями, еще полностью неизвестно. Потому что это еще действительно не полностью проработанное юридическое поле. То есть это и не публичные организации, не публичные команды, они не выходили на IPO там, и прочее. С течением времени это все будет регулироваться, как и в рамках самой вот, микросистемы, если называть в целом индустрию киберспорта микросистемы, так и, если говорить про ту же Россию, уровень
юридического и финансового, юридической и финансовой грамотности населения будет расти, как и правовая база вокруг этого. То есть те же Штаты, вполне может быть, что шаг был сделан для того, чтобы, проинвестировав и получить сразу же там, моментальные дивиденды с этого, ну и плюс какие-то другие моменты в том, что я действительно хочу проинвестировать, и это нормально. То есть на территории СНГ инвестиции – это пока не совсем публичная штука. При этом в Штатах с этим все уже давно живут, и все давно на этом зарабатывают деньги. И таким образом и продвигают действительно и продукты. То есть я понимаю, там, допустим, там, я Эштон Катчер, который решил проинвестировать там, в Unicorn, там, беттинг-систему. Я это делаю, потом это становится публичным, и интерес к этому продукту становится в 10 раз больше. И я уже получил, грубо говоря, дивиденды с этого. То есть я проинвестировал, сразу заработал на этом. Ну, действительно, здесь общее течение времени и тенденция того, что появляется хорошая правовая база вокруг вообще в целом жизни человека и будет способствовать тому, что люди будут инвестировать в различные продукты и проекты, в том числе и спортсмены. Мы здесь, это абсолютно инвестиция, мы не скрываем этого, это инвестиция в и инфраструктуру киберспорта, это инвестиция в, прежде всего, это инвестиция в наших зрителей, потому что то количество контента, то количество эмоций, то количество развлечений, которое мы вот создаем сейчас, оно, ну, это вот, это и есть наша инвестиция в это. Затем, ну, уже кто-то больше будет играть на каких-то новых определенных танках, допустим, посмотрев. Ну, но пока мы это рассматриваем только как инвестицию, только как в индустрию будущего. Мы, это уже чуть-чуть мы можем пойти в детали, но в целом совсем недавно мы уже протестировали и выпустили турнирную систему для партнеров. То есть те же там Faceit, ESL, они уже ее опробовали, они как раз участвовали в тестах, и они начнут проводить свои турниры, при этом используя наши ресурсы. То есть наши серверные ресурсы будут использоваться для того, чтобы проводить там турниры среди большого количества команд уже какими-то другими площадками. При этом в прошлом году, в конце года, проходил WCA, в котором танки также были одной из дисциплин, и мы открыты к диалогу, здесь нет никаких проблем с тем, чтобы участвовать в других мероприятиях. Тут как раз-таки с нашей стороны, что мы стараемся выводить наши турниры на какой-то действительно новый уровень. То есть мы, ну, если кто-то желает, он может проводить там турниры своего двора. Мы абсолютно не будем препятствовать этому, и, ну, как бы у людей будет эта возможность. Но с своей стороны мы сможем предоставить, пожалуй, только какой-то турнирный сервис. То есть, что вот есть возможность создавать собственные турниры. Дополнительно как бы инвестировать в такого рода турниры, кроме как технологически, мы не готовы. Поэтому посмотрим. Возможно, через какое-то время, опять же, недавно совсем были опубликованы пресс-релизы о инвестициях Alibaba Group в киберспорт и в организацию и попытку поднять ранее существовавший проект WCG, который, как бы, ну, в котором и танки участвовали как одна из сперва промо-дисциплина, затем уже как официальная дисциплина. Вполне может быть, что да, действительно, через какое-то время появятся и партнерские турниры, и промо-турниры. Тут еще и есть связь с тем, что мы открыты к этому. То есть мы планируем перевести формат нашей Wargaming Лиги сезонов с сентября по апрель-май, оставив летний период для отдыха игроков, плюс для возможности проведения большого количества каких-то партнерских турниров. Но при этом, конечно же, есть время еще и там, и в январе, в феврале и также в ноябре для партнерских турниров. То есть мы открыты, готовы к сотрудничеству, но пока это не самая наша приоритетная задача. Приоритетом являются высококачественные,
высокоуровневые мероприятия, которые мы проводим со своей стороны. Ну, здесь вопрос как раз-таки не денег у нас получается, потому что на гранд-финале есть какой-то приз, самое главное — это титул. При этом надо понимать, что мы, как и коллеги из Riot Games на самом деле, то есть большие турниры, мейджоры какие-то — это только у Valve, то есть Counter-Strike и Dota 2. Мы со своей стороны стараемся строить инфраструктуру постепенно, то есть команды получают зарплаты, все команды во всех регионах получают зарплаты в зависимости от своих результатов. Есть мероприятия, они идут как бонусы. То есть здесь скорее получается титул плюс какой-то дополнительный бонус. Могу привести контрпример из оригинального спорта. Знаете ли вы, какой призовой фонд у НБА или у Кубка Стэнли? Это достаточно затруднительно это тяжело достаточно ответить человеку, который даже следит за этим на постоянной основе. И тут главное, не фокусировка не в деньгах идет. То есть мы должны со своей стороны обеспечить хорошую, там, состоятельную жизнь игрока, чтобы он мог заниматься своим любимым делом, получать за это деньги, обеспечивать себя, если требуется, семью, и стремиться к более высоким результатам. Вот это главная цель. То есть взять и там выпендриться какой-то определенной суммой — это маркетинговый ход. То есть это не является каким-то там инфраструктурой или какой-то индустриально образующей ситуацией. То есть из там 10 или 15 миллионов долларов по итогу смогли там получить какую-то долю там 16 команд. Все остальные при этом как были ни с чем, так и остались. Я не критикую различные подходы. Я говорю, они просто есть разные. То есть, и, наверное, миксовать их можно будет только тогда, когда они вместе возьмут и придут к общему основанию, когда есть и зарплаты, и когда есть дополнительные деньги, средства от партнеров, спонсоров или, возможно, от тех, кто купил права на трансляцию, для того, чтобы формировать там какие-то бешеные деньги. Но надо понимать, что в долгосрочной перспективе игроку выгоднее минимизировать свои риски. То есть ему лучше получать свою фиксу, плюс работать над тем, чтобы получать спонсорские контракты, а не биться всю жизнь для того, чтобы, возможно, выиграть где-то миллион долларов. То есть гораздо лучше, если он постепенно будет получать эту распределенную сумму. На все команды во всех регионах. Да. Мы сейчас как раз в прошлом году мы запускали такую контентную политику, где мы дополнительно премировали игроков за создание контента. Сейчас мы эту часть денег переведем в зарплату. При этом у нас будут дополнительные какие-то интересные моменты созданы для того, чтобы игроки продолжали работать над медийной составляющей, чтобы они чувствовали, что это важно не только для варгейминга, но это важно для них, для варгейминг-лиги. Мы никогда не покладали рук при работе с форматом игры, форматом лиги. То есть у нас уже было несколько смен форматов. Раньше танки вообще стояли, потом они поехали, атака, оборона, изменение количества очков. Сейчас перевели на 10-й уровень техники, разнообразили тактики, стратегии, появилось много интересных моментов. Мы продолжаем думать и работать над тем, чтобы действительно у каждого зрителя, вне зависимости от количества проведенных боев, он мог четко понимать, где эпичный момент, а где хороший момент и где никакой момент. Продолжаем пока работу в этом направлении. Это достаточно такой интересный момент, когда нам вроде надо и предоставить контент аудитории, которая хорошо прокачана, которая уже много тысяч боев сыграла, но при этом и для тех, кто совсем новички, и у них есть только понимание того, что это танк, это дуло,
и это выстрел. Где тут момент, как Майкл Джордан прыгает от штрафной зоны и забивает сверху? Тут я понимаю, что это действительно круто и классно, и это невероятно. Здесь пока я не понимаю. Мы будем продолжать работу в этом направлении. И также понимаем, что в аудитории рандома она очень велика. Она невероятно велика. То есть у нас более там, 110 миллионов зарегистрированных пользователей. И все эти люди, они прошли через рандом и понимают, что там происходит. И тут как раз-таки с нашей стороны будет... мы уже стартовали этот проект, на самом деле. Работа над 15 на 15. То есть это вообще, такое, может быть, нечто невероятное для мира киберспорта, но при этом это понятное и приемлемое для тех, кто играет в нашу игру, кто ее понимает. И это очень большая аудитория. Мы постараемся как раз-таки совместить лучшие моменты из лиги, вот эти эпичные моменты, с трансляциями именно боев 15 на 15. Но этот проект пока в развитии. Мы вот сейчас это, по сути, и есть эксклюзивная информация, которую мы анонсируем здесь сейчас. Результаты будут, скорее всего, где-то в следующем году, как раз к гранд-финалу. Уже вот будет более-менее понятно, как это будет выглядеть. Ну, я постараюсь через год ответить вам на вопрос, как же мы решили проблему с эпичными моментами. Я уверен, что мы ее решим. Ну, World of Warships изначально соревновательная игра. Это безусловно, когда сражаются игроки против игроков. Здесь мы решили действовать поступательно. Первичным является то, что должны быть все фичи, все возможности в клиенте игры. То есть это и, там, и командные ранговые какие-то бои, ранговые бои, соло-ранговые бои и прочее. То есть постепенно двигаясь, мы как раз-таки выстраиваем вот эту лесенку к Wargaming лиге. На этом гранд-финале мы проведем шоу-матч между двумя европейскими лучшими, по сути, игроками в кораблях. И также соберем обратную связь как от игроков, так и от зрителей, так и от тех, кто задействован в этом процессе. То есть у нас здесь и также есть и разработчики, и те люди, которые занимаются и бродкастингом, и игроки, чтобы совместно вот как-то понять, есть ли место или, может быть, нет. Может быть, нам не стоит идти с кораблями в большой какой-то киберспорт, при этом нам будет достаточно сделать хорошую турнирную систему внутри игры. И вот дальше уже там никого не надо будет выпускать, им достаточно будет вот этого моря, а уже там в океан не надо идти. Поэтому это еще под вопросом, но мы работаем постепенно, посмотрим. Эту задачу первично мы хотим решать с помощью Rumble-ивентов, то есть которые у нас будут как раз-таки путешествовать от одной точки в другую. В октябре и ноябре прошлого года у нас проходили запуски в Познани и в Токио. Также региональные мероприятия, которые проходят и там и в Вегасе, и в Сан-Франциско, и в Кёльне, и в Берлине, и там и в Минске проходили, и в Киеве проходили. То есть, и, конечно же, и в Москве. Мы, действительно, это, зависит от потребности зрителей и от возможностей наших. То есть на дополнительное проведение мероприятий в каких-то других регионах требуются чуть-чуть, там, возможно, другие бюджеты. Мы будем работать над этим и, конечно же, держать руку на пульсе в тот момент, когда зрительский интерес в каком-либо из регионов должен подкрепляться нашими мероприятиями там. И мы уже туда будем привозить и нашу, и бродкастинг-студию, и всех наших игроков, всех комментаторов, чтобы они могли провести хороший интерактив с местной аудиторией.